В любые времена наша страна и ее жители стояли на страже добра и защиты мира. И сейчас жители Тверской области проявили инициативу и присоединились к всероссийской акции «Поезд помощи». На железнодорожном вокзале Твери состоялась торжественная отправка гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции на территории Украины и Республик Донбасса. На мероприятии присутствовала и наша съемочная группа. Состав гуманитарной помощи – это продукты питания длительного хранения, одежда и обувь, медикаменты и средства личной гигиены. Кроме того, из Тверской области на Донбасс отправляют строительные материалы. Общий вес груза – более 21 тонны. Это очень важно для нас – оказать помощь пострадавшему населению Украины, Луганской, Донецкой народных республик. Но это не первый гуманитарный груз, который ушел из Тверской области. До этого с начала марта были отправлены еще более 7 грузов, общий весом более 100 тонн. О трудностях, с которыми сталкиваются жители Луганской и Донецкой народных республик, не понаслышке знает Екатерина Качанова. Женщина вместе с мужем и 5 детьми стала одним из вынужденных переселенцев из Украины. Екатерина вместе с семьей в конце марта поездом прибыла в Тверь из Таганрога. Это жизненно необходимо для тех людей, которые там находятся. Это огромнейшее спасибо волонтерам, людям, всем, кто собирал городу эту помощь. Потому что это для людей, которые там, можно сказать, снег топят, которые ходят с моря, воду набирают, чтобы хоть как-то выжить. Для них какая-то помощь, это им для того, чтобы выжить. Это очень нужно. Идея собрать поезд помощи родилась на площадке Общероссийского народного фронта. На инициативу охотно откликнулись железнодорожники. Весь груз собирали жители Тверской области, представители бизнеса и волонтеры. Помогали предприятия, жители города Твери области. То есть мы воспринимаем боль людей Донбасса как свою, потому что русские на войне своих не бросают. Губернатор Тверской области ранее отметил, что оказание поддержки жителям ДНР и ЛНР – вклад в реализацию задач, поставленных президентом России. Из Твери вагон отправится в Москву, там войдет в состав поезда помощи от регионов страны. Состав поезда будет сформирован из брендированных вагонов от каждого субъекта. Из столицы состав направят в Ростовскую область.